Предлагаю запилить рум-тур быстрый. Вход. Сразу от него слева часть санузла. Очень красиво, уютно. Так по-домашнему тоже все с каменной вот этой текстурой. Если бы еще было все вот такое темное, вообще было бы как дома. Перемещаемся в основную часть. Здесь как бы такой коридорчик. Мне просто супер приятно здесь все цвета, сценарии освещения, фактуры вот эти деревянные, каменные, все в сочетании. Шкаф тоже с подсветкой. Небольшой косяк получился с бронированием, но мы не стали менять, потому что здесь довольно уникальный вид, и больше номеров не было доступных с одной кроватью с таким видом, как здесь. На виде сейчас остановимся подробнее, потому что это просто восторг. Я переключу сейчас на другую камеру. Невероятно кайфовый здесь, с одной стороны. Небоскребы, город, даже немножко зелени, вон. С другой стороны море. И здесь, конечно, супер уютно сидеть, есть что-то делать. Прям приятно находиться. Меня, кстати, именно спонтанное желание сделать вот такой рум-тур вдохновило на то, чтобы вообще снять какой-то, видимо, мини-микро-вложек отсюда. Потому что вообще я не планировала. Здесь теоретически много ограничений по съемке в плане того, что там, например, местные не должны в кадр попадать, частная собственность, здесь секьюрити. Большую камеру я даже не брала, опять же, потому что профессиональная любая аппаратура, вплоть до GoPro-шек, теоретически как бы не разрешена. То есть надо доказывать там, что ты не с коммерческими целями это делаешь, что-то такое. То есть, опять же, теоретически тебя могут в любой момент там тормознуть, что-то предъявить, какие-то претензии. И мне не нравится вот это ощущение такой несвободы. Хотя я понимаю, что да, здесь очень туристично, и по идее вряд ли бы какие-то проблемы были, но все равно что-то не то. Короче, в этот раз я чисто с телефоном. А жаль, потому что я, конечно, очень люблю подснимать какие-то вдохновляющие, эстетичные, по моему мнению, моменты именно на нормальную камеру хорошую. Мне в кайф это снимать, монтировать, потом пересматривать когда-то. Но имеем, что имеем. Вход в туалет, и здесь есть кое-что, что меня забавляет. Номер раз. И номер два. Чтобы не скучно было, видимо. Здесь душевая комната. Я в длинной юбке, конечно. Все в мраморе. Душ. И даже есть ванная. Очень приятно все сделано. Мне очень нравится все по цветам. Красиво. Ужасный здесь, правда, свет в этой зоне. Этим видом хочется любоваться прямо уже вот отсюда. Камера не передает, насколько это добавляет уюта. Раз уж подобрались к виду, мы находимся в районе Ламер. Отель у нас называется Хаят Центрик. Ну, собственно, пляж Ламер тоже. Точнее, это его северная часть. Раз уж тут напротив меня буквально пляж, немного про это расскажу. Мое личное впечатление, мой вывод, что в плане пляжного отдыха Дубай мне не нравится. Вот просто нет. Хотя, вроде как мы на классном пляже. Опять же, как я по отзывам там смотрела, Ламер, по крайней мере, очень хвалят. Но вот даже сравнивая с другими местами, на мой вкус, вообще ни о чем. Песок какой-то вот на процентов 40 или 50, как будто бы из мусора состоит. Он очень такой пыльный какой-то. Там вот эти пластиковые шарики, окурки, все вот это вот дело. Аравийское море довольно-таки симпатичное, но, опять же, ничего особенного. Периодически приносит какие-то странные темно-коричневые пятна, которые это море делает похожим просто на Волгу. Происхождение вот этой желтой и коричневой воды неизвестно мне лично. Но все бы ничего, здесь довольно прикольная инфраструктура. В этом смысле все приятненько, так красиво, ухоженная территория очень, которые реально приятно гулять вечером, например. Но количество людей просто какое-то зашкаливающее. И как будто даже на пляже это, не, может быть, не столько читается, потому что есть, например, пляжи в Греции, которые будут более людные, где там реально между людьми будет несколько сантиметров между плотежками. А по какой-то причине здесь в воде очень мало места, очень скучность большая. Я называю это супом из людей, прям как шпроты в банке, вот буквально. Может быть, потому что буйки очень близко, и за них категорически нельзя выплывать. Сразу начинают свистеть, здесь очень строго с этим. То ли еще по какой-то причине мне неизвестной, но вот в других местах, даже в той же Греции, где пляжики маленькие, людей много, я такого не припомню именно в воде. Здесь же, вот на мой вкус, даже как-то неприятно лишний раз заходить. Все друг у друга на голове болтыхаются. Поэтому, наверное, у меня такое впечатление от самого пляжа. Ничего особенного, плюс вот большое количество народа. Но территория, да, говорю, классная. Вот погулять именно. Короче, Дубай для меня это не про пляжный отдых. Вот что я поняла. Но вот, кстати, в последние пару дней такой красивый цвет воды. Прям голубой-голубой.
отеля есть лежаки бесплатные, дают воду, полотенца. То есть есть прям часть пляжа, которая отведена именно для постояльцев отеля. Через небольшой промежуток там идут уже просто лежаки. Я случайно услышала стоимость. Короче, 300 дирхам, по-моему, два лежака и зонт. Если нет отеля, тебя просто вот посетителям. Опять же, для Дубая это нормальные цены, но вы 300 дирхам, 7 тысяч. Офигеть так. Сам пляж вот как будто бы того не стоит, чтобы за пребывание на нем платить эти деньги. Вот когда, как сейчас, до заката остается где-то час, вид просто сумасшедший красивый. Я прям любуюсь. Все эти небоскребы заливает солнышко. И зрелище, конечно, впечатляющее. Пойду-ка я поснимаю коридоры лобби, потому что там тоже очень красиво. Прикольные арт-объекты, всякие цвета. Вообще одна люстра там чего-то стоит. Короче, внутренний эстет мой прям радуется. Я надеюсь, там никого сейчас не будет. Никого. Ура. А, я что встала? Я просто лифт хотела показать. В стиле отеля. Дизайнер, конечно, у Хаята крутой. Я не знаю, это у всей сети одинаковый дизайн в отелях или у всех разные, но красиво. Я оценила старания дизайнера, короче. Здесь, видимо, часто какие-то мероприятия проводятся. На завтраке люди в пиджаках, на каблуках, все такие официальные. Вот так красиво. Вид на какую-то стройку и море. Вот такой вид у нас мог бы быть, если бы мы все-таки поменяли номер на тот, что с одинарной кроватью. Мы в этот раз без машины, поэтому пособирали ногами и такси какие-то мейнстримные места, максимально мейнстримные. Но, скажем честно, от этого они менее классными не стали. Тот же Дубай Молл, вокруг которого по ощущениям все крутится, как-то вот концентрируется. Очень приятно смотреть и на фонтаны, как ни крути, несмотря на невероятное бешеное количество людей, и на какие-то арт-объекты внутри. Вообще, в принципе, там приятно гулять и находиться очень. Я не снимала особо там. Опять же, по причине какого-то сумасшедшего количества людей. Так, это все красиво, конечно, потрясающе. Но, блин, здесь просто мясорубка. Это трэш. Нельзя просто так прийти в Дубай Молл и не поснимать вот это. Мне кажется, у всех есть такие кадры. Дубай Молл сжирает какое-то огромное количество времени из-за того, что ты просто тупо долго добираешься до бутика, который тебе нужен.
она прям привлекает всеобщее внимание. Myself at all. Now they wait to hard it, your feelings disregarded. Oh, I'll meet me regardless. Look what should have started. And now that it's over, I feel like I'm one step closer. Oh, самые фотогеничные зеркала, которые мне встречались. Завтраки по меню. Вот так оно выглядит. Можно выбрать всякое разное. Блин, здесь, наверное, ничего не слышно. И сам завтрак выглядит вот так. Любопытство взяло верх, мы сейчас поедем на Марина Бич. Может быть, я зря тут гоню на пляжный отдых дубайский вообще. Может быть, он супер классный на самом деле. Не знаю, короче, в любом случае любопытно посмотреть. Хочется там погулять еще, тем более сейчас уже после двух время будет, не должно быть так жарко. Мне прям интересно. Тут я, конечно, должна срочно взять свои слова назад о том, что на Ла-Мэр много людей. Здесь их еще в два раза больше. Но, кстати, нет такого ощущения уже супа из людей в воде. Просто здесь как-то в целом пляж больше, места больше. В целом мне Марина Бич, пожалуй, нравится больше Ла-Мэра. Я даже пожалела уже, что мы здесь не остановились. Дурацкие отзывы в интернете. Никогда нельзя никого слушать. Надо свою интуицию только слушать. У нас образовался какой-то стихийный привал, пикник. Здесь очень классные, на самом деле, зоны вот такие для отдыха. Естественно, конечно, опять же, людно. Я, как понятно, дорвалась. Да. Вот это особенно вкусно. Что касается района Марина, я уже успела немного расстроиться, что мы не забронили все там, потому что там для меня как будто бы вот тот самый трушный Дубай. Ла-Мэр — это больше как такой частный сектор, что ли, да, пусть довольно-таки лакшери, но тем не менее. А там вот этот вот сумасшедший вайб с высотками, вот этой всей специфичной архитектурой в сочетании с морем классным, пляжем, пальмами, это все так для меня в новинку, что ли. При том, что Марина Бич, кстати, обошелся бы дешевле, чем Ла-Мэр, а разницу можно было вот так, если в деньги все переводить, потратить на бич-клабы, потому что... Что касается пляжа, он мне понравился, то есть там приятный песок, не пыльный, как здесь. Вода без вот этих коричневых пятен, она очень теплая, такая классная, красивая, приятная. Мне прям реально понравилось, я кайфанула. Места много, в целом пляж как будто бы отличный, но есть одно но, это огромное количество людей, просто сумасшедшее какое-то. Там даже в кадры, наверное, попало. И как раз вот эта проблема здорово, мне кажется, решается бич-клабами, которых там очень много.
То есть на Ламере в них нет необходимости вообще даже. А там, пожалуй, да. Короче, да, мне понравилось даже очень. Вот это такое классное сочетание мегаполиса с этими небоскребами и красивого моря. Проблема еще в том, что можно было бы туда ездить, конечно, но от нас туда минут 45, и меня почему-то дико укачивает. Я, наверное, отвыкла ездить со сторонними людьми, просто вот так на чужих машинах еще и сзади. Я прям еле доехала, если честно, особенно обратно. Не хочу мучить просто свой организм, и, видимо, в какой-то другой раз надо приехать уже, остановиться предметно в районе Марины или еще там где-то. Будет повод вернуться, короче. Из минусов, помимо вот этой дикой людности, разве что еще толпы индусов и пакистанцев, которые есть и здесь, но здесь меньше. А там это просто такие огромные группы, которые ходят на всех, глазеют, вот эта вот тема с телефонами. Все нормальные люди снимают море там, себя, красоту. Индусы, пакистанцы ходят, снимают людей вот так просто в наглую. Я не знаю, что за фишка такая. Мне особо приятно, конечно, все это. А так супер, в общем, мне понравилось. Мне вот так прогуливаясь, особенно понравился райончик, вот где колесо. Там Cove Beach, по-моему, Caesars Palace, что-то такое, апартаменты. Прям очень-очень классно. Там еще обалденные прогулочные зоны, вот, на мой вкус, опять же. Как-то прям приятно было ходить, смотреть по сторонам. Все очень цивильно, красиво. Ну, я прям кайфанула, говорю, да. Даже не столько от пляжа, сколько вот от самого района, от прогулок там. Вот по мосту там походить, что-то такое. Набережная обалденная. Опять по пятнам сейчас, наверное, видно, этим коричневым, там будет вода цвета Волги. И вот видно, что люди концентрируются там, где почище. Вообще, вот это вот получается северный Ламер, а вот там сзади, за где горки, по парк там, по-моему, или отель, я уж не помню, там есть еще одна часть Ламер. Надо туда прогуляться, посмотреть, как там. Ходим, короче, по территории какого-то то ли закрывшегося, то ли разорившегося аквапарка. И здесь немножко такое в стиле стимпанк, как будто из квеста какого-то. Я без понятия, что за развлекалово такое. Это типа такой фонтан, который наполняется и выливается. Очень странно. Так, мы дошли до второй части Ламера все-таки. И здесь все закрыто. Охрана не пускает никуда, ни погулять, ничего. Зону променада Ламер как будто бы делали под мальдивский стиль какой-то. Вот эти вот дорожки деревянные, растения специфичные, пальмочки короткие. Почему-то мне кажется, что задумка такая была здесь. В отличие от Марины, которая с таким вайбом мегаполиса. Здесь вот что-то такое, как будто бы островное попытались создавать. Получилось уютно. Наш отель где-то там вдали.
супер способ питания, когда не хочется идти куда-то в заведение. Рядом с отелем у нас есть вот такой вот супермаркет. И там есть довольно классный отдел кулинарии, и не только. Удобно, быстро, очень вкусно, по вкусовым ощущениям и ценам, примерно как наша азбука вкуса. Даже получше, потому что здесь всегда очень вкусные фрукты, овощи есть. Вот такого плана салата, например, классная штука. Ими наедаешься круто, и они реально вкусные здесь. Учитывая, что я не ем ни молочку, ни кисломолочное, ни какие там сыры, ничего, ни майонез. А вот это очень крутая штука, это очень похоже на то, что я дома готовлю. Мой любимый салат из ближайшего супермаркета. Тупо спелая авокадо, вкусные разные сорта помидор и всякие специи, заправка. Обошлось в 35 дирхам, это 900 рублей. Большая порция на двоих или на одного на пару раз. Это значительно дешевле, чем если пойти куда-то вот в заведение. А еще в том же супермаркете всегда очень классные фрукты, ягоды. Вот реально еще плохих, наверное, не попадалось практически. Вот такие вот нарезанные, всякие разные вариации есть. Классно просто, можно взять и вместо ужина поесть, например. Самое главное, что они реально вкусные. Например, голубика вот местная, очень такая крупная, красивая. Она, по моим ощущениям, не уступает той, которая в Барселоне. Клубника вроде испанская по большей части тоже. Отличная попадалась. Вообще, Дубай мне очень понравился. Получилось прям ожидание реальность наоборот. Постоянно откладывала сюда поездку, выбирая что-то другое. В итоге, чуть ли не с первых часов меня просто влюбил в себя этот город. Вот этот вайб какой-то особый, атмосфера. Хотя это, конечно, не то место, где вот отдыхает твоя психика. Нет, здесь как-то все немножко про другое. Очень развито, удобно, красиво, цивильно, эстетично. Но это не природное, естественно, место такое вот, где полный релакс сознания какого-то происходит. Ну что сказать, мне нравится вот комбинировать такие места. Этим и крутые путешествия, наверное. Дубай очень сильно про динамику. Что бы это ни значило. Ночной вид, конечно, тоже огонь. Наши картошки. Сегодня как-то облачно, а вообще здесь всегда небо было ясное. Все эти небоскребы так прикольно подсвечивались. Особенно эффектно было, когда мы после аэропорта первый раз сюда приехали. Как раз был поздний вечер, заселение, и вот это вот первое, что запомнилось. У нас тут случился переезд. Румтуры нет смысла делать, потому что, в принципе, все тоже то же самое. Кроме небольшого апгрейда. Балкон. Ну и сам номер так просторнее больше. В честь чего отель внезапно расщедрился на апгрейд. В какой-то момент у нас поселились просто конченые соседи. Где-то в 12 ночи начиналась их пьяная гулянка, которая заканчивалась в 5 утра, наверное, не знаю. Я уже отрубалась просто. Спать там было невозможно. Это прям репертуар от Газманова до Гриндей через колонку. Окей, за Гриндей респект, но не этим людям. Там как будто человек 20 было, которые все пытались переорать друг друга. Трэш неописуемый, если честно. Звонки на ресеп не помогали. Я поняла, почему на вторую ночь. Это 2 ночи длилось. На 2 ночи меня хватило. Я выхожу уже в коридор, я не знаю зачем. Там, значит, столик для кейтеринга с белой скатертью. На нем просто куча алкашки. И тут я поняла, почему отель формально так погрозил им пальчиком. Но по большому счету ничего бы такого, чтобы остановило эту гулянку, делать они не собирались. Потому что, мне кажется, там такую кассу это количество алкоголя сделало. И как бы им невыгодно все это останавливать, по большому счету. Проще развести, значит, конфликтующие стороны. Нас переселить куда-то подальше, чтобы мы не возмущались. Не, ну это прям жесть была полная. Ладно, еще как бы одну ночь. Как потом выяснилось, это даже не контингент отеля был. Это просто какой-то щедрый
работодатель привез то ли на корпорат, то ли на конференцию какую-то. Что хорошего? Продолжаем гулять много, докуда дотянутся ноги, и такси на небольшие расстояния, так что далеко сильно не ездить. Очень кайфово прям. Я в абсолютном восторге. Заворачиваешь в какой-то уголок случайно, а там не помойка с крысами, как во многих курортах это может быть, а какое-то что-то красивое, какие-то арт-объекты, освещенные улицы. В общем, это очень все красиво, так цивильно, эстетично. Ощущение такого мега ухоженного, холеного города. Я прям невообразимо кайфую, жалею, что приехали в такой жаркий сезон, получается. По-хорошему, я бы вообще ставку на пляжный отдых не делала, хотя я уверена, что здесь классный пляж тоже есть. А приехала бы именно погулять побольше, что-то посетить, на шопинг, естественно. А так получается, что выбираемся ходить и гулять уже, ну, где-то после заката, может быть, чуть-чуть до, потому что днем, естественно, жарко, не получится это сделать. Сейчас начало мая получается. Хотя жара тоже довольно приятная, вот в моем понимании. Нет вот этой липкой влажности, опять же, как в большинстве мест, где я была. Довольно комфортно переносится, но опять же, это не гулятельная погода. Просто приятная жара. Какие-то кусочки тоже снимала, особенно в основном ночные у меня, наверное, получились. Поедем сейчас в Дубай Молл, что-то еще посмотрим. Моя суперспособность находить живность везде. Знаменитые кондиционируемые остановки Дубая. Ладно, ждем, здесь жарче, чем там. Вовремя мы сваливаем, как-то резко начало распаляться, прям очень жарко становиться. Сегодня вот 10 мая получается, прям по нарастающей жара идет уже. Что касается коричневых пятен, спасатель говорит, что это водоросли такие. Ну, окей, может быть, достоверно никто не знает. С нарастанием жары резко сократилось количество людей на пляже. Оно и понятно, потому что уже сейчас наступать на песок физически больно. Что ж, выводы по сезонности сделаны. Я практически не снимала ничего в Дубай-молле. Говорила уже, там какое-то сумасшедшее количество людей было. Тем не менее, шопинг был. Вот это, наверное, самая большая крупная покупка. Я не знаю, вообще показывать, нет? Это выглядит так многообещающе прям. На самом деле, там никакого фэшена нет фактически. Вещь супер нужная, скучная. И что же здесь? Ничего. На самом деле, вот он лежит. Она, покупка. Вот такой здоровенный, вместительный рюкзак из канвы для путешествий. При том, что туда влезал ноутбук мой, камера, все необходимое. Канва неубиваемая, конечно, штука. У меня пара сумок уже есть. Семейство. Это самая маленькая моя сумочка. Ну, что сказать, классика. Пыльник. Супер долгожданная покупка, но я хочу ее оставить до отдельного видео хола. А во влоге сейчас кое-что поинтереснее расскажу.
Здесь есть такая сеть стоковых магазинов, называется Brand for Less или как-то так. Когда ты туда заходишь, просто кровь из глаз кажется, куда я вообще попала. Но это прям сокровищница с находками, если там начать ковыряться. Вот типа как по аналогии с секондами хорошими, причем очень хорошими, винтажками какими-то, где много интересного. Вот здесь типа того, только это все новое, естественно. А бренды всякие разные, от Бершки, Эйсес даже, вообще всякого масс-маркета, Мидла до люкса, типа Гуччи даже. Есть что-то прямо из нашего времени, а вот самое интересное, это то, что там явно есть сток из прям нулевых и десятых, трушное такое все. Типа вот Juicy Couture, какие-то вот такие вещи, которые по факту сейчас супер актуальны, на самом деле, для тех, кто шарит. Вот за это в 2010-м я бы душу продала. Это Шарлотта Олимпия, культовые балетки, котики. Сколько сейчас стоит, интересно, просто. Это такой хит 2010-го. Ну, естественно, много и совсем трешака, много китча, много того, что настолько плохо, что уже хорошо. Прям очень много чего можно найти в актуальных эстетиках. Y2K, пожалуйста. Такие правильные, классные, нулевые. Какие-то подвинтаженные вещи, как будто бы. Да, еще много всяких коллабораций прикольных, таких довольно-таки редких. Причем всякие мидл типа DKNY где-то в 2000 обходится, иногда дешевле. В общем, да, надо смотреть, выискивать. Естественно, будет много дефектов, опять же, надо проверять. Процесс вот этого поиска прям супер творческий. Понравится, наверное, только тем, кто прям шарит в моде и любит вот это вот все дело. Магазин, конечно, прям на любителя подойдет, вообще не всем, потому что трешака там, конечно, будет больше. Небольшой спойлер, все равно мне коробку, скорее всего, придется выкинуть. Кстати, вот этот топ оттуда именно.